Павильон Сан-Марино. Гиперреализм. То есть это actually живопись. На видео нифига не видно, потому что стекла бликуют. А нет, может быть, даже видно. То есть это не фотография. Это живопись. Может быть достойным украшением какой-нибудь виллы или особняка. За окошком лупит дождь. И еще живопись. И еще вот маленькая живопись. Портретик. И снова портретики, цветочки. Вначале я даже не хотел эту живопись проходить, снимать, потому что видно уровень. Потом все-таки решил, окей. Розовые девочки с пантерами в монохромном бэкграунде. Я думаю, тут нечего даже и комментировать. Киса-киса, кс-кс-кс.